Это Константин. Он будет заниматься с тобой по математике. А зачем это все? Чему меня может научить этот репетитор? Ну ты ботан. А что у тебя с рукой? Со скейта упал. Типа тебе не все равно. Я могу тебя научить, если хочешь. Прям завтра. Хочу. Дим? Но только после того, как мы позанимаемся. Это зануда. Не будет занятий, не будет скейта. Манипулятор. Мурашки по коже. И без тебя так тошно. Свет не... А может, ты в меня влюбился? Ну ты самоуверенная, Вик. Я ж тебя страхую, не бойся. Или ты мне не доверяешь? А чего я должна тебе доверять? Я и так уже жалею, что сегодня слишком разоткровенчилась с тобой. Я рад, что ты мне все это рассказал. Привет. Привет. Тебя внутри вены и лезть от боли на стены и кричать тебе на ухо так громко, смеяться без остановки. Нет завтра и вчера, нет в руках только сегодня. В твоих... Мы обязательно что-нибудь придумаем. Вставай. Мы здесь, и я хочу надолго запомнить. Спасибо.